футбола Фабио Капелло, скорее всего, продолжит работу с российской сборной. По данным еженедельника футбола, итальянского тренера могут уволить только в случае невыхода национальной команды в чемпионат Европы 2016 года. Ранее сообщалось, что 24 июня исполком Российского футбольного союза обсудит возможный уход Дона Фабио. Но позже стало известно, что вопрос о снятии Капелло с поста наставника сборной повестки дня не стоит. О досрочном расторжении контракта заговорили еще в прошлом году после провального для российской сборной мундиаля в Бразилии. Сейчас национальная команда находится в сложной турнирной ситуации, рискует не выйти на Евро-2016. Наша команда занимает 3-е место в группе G и отстает от идущей 2-й Швеции на 4 очка от лидера сборной Австрии на 8.